Итак, друзья, приветствую вас на канале. Я думаю, у меня будет нормально слышно. Вот. Находимся мы в Польше. Сквежина. Город. Ну, такой вот городочек. И сегодня мы сделаем такой обзор цен. Маркет Бедренка. Всем нам уже довольно известный, полюбившийся. Ну, в принципе, как бы здесь такие основные закупы я делаю. Потому как здесь всякие такие акции. У них есть так называемые промоции. И сейчас мы это посетим. Все, сейчас закрываем велик. Так, закрыли. Ну, идем. То здесь покупать особо я так не буду, я просто сделаем такой обзорчик, как бы. Вот, значит, смотрим на эти вот оранжевые такие ценнички. Киви 6 злотых, бананчик у нас идет по 5 злотых за кило, и помаранчевые это вот апельсинчики. Цена была 4,99, а сейчас 44% скидка, это буквально 2,80. То есть нормально. Так, там людей много. Давайте пойдем сюда. Помидорки. Помидорки по полкило за штуку. Вот это стоит полкило 3,49. 3,49, и так килограмм 15, это 9. Паприка, вот девушка, стоит 7. Ну, в принципе, недорого, у немцев здесь дороже намного. Капустка 3 злотых, морковка также. Цибуля 4 за 1 килограмм, сеточку, килограммовая сеточка где-то, либо же 2 за 7,50. Так, а картошечку я не вижу, цена. И картошечка вон 2 килограмма, 5,50. Так, что здесь? Здесь мы не берем ничего. Это такое конфетное всякое. А, кстати, вот я взял буквально вот акция неплохая. Ну, там еще есть упаковка, кстати, дальше валяется. 3 штучки. Берешь, что цена по 1,19. Это если в евро перевести, это буквально там 30 копеек. Там, в средних там может быть 30 евроцентов или 30 центов долларовых. Вот кофе. Ну, я по кофе не спец, так что цена, я даже на нее не знаю, как она. Но видите, если кавка такая, то 30,19. Ну, как-то вот так вот. Кстати, некоторые берут. Есть вот такие вот пироги, то есть это вареники есть с мясом. Кстати, неплохие, да, вот они, цена их даже вот 6,59 за килограмм, сейчас вообще 5,50. Ну, это у кого есть наличие морозильника, в принципе, неплохо. Опять же, в переводе это буквально там евро, ну, евро сейчас 4,30 в среднем, то вот где-то там евро 20 получается, то есть... То есть, ну, злотой. Вот. Чай недорого. Здесь у нас картошечка фри. Вот такие вот всякие. По колбаскам. Вот классные, кстати, вот миллионка
Тризольска, но такого не ем. Если я беру с собой, то вот это вот, вот эта колбаска. Вот такая сладкая, 90% мяса. Ну и цена ее 8,95, это за полкило, 550 грамм. Либо же такая акционная, здесь у нас 660 грамм, и стоит это 8 злотых, то есть больше. А мясо здесь, мясо здесь 73%, там если 90, здесь чуть меньше мяса. Ну, вот такой вот тоже наборчики, холодильничек, и в дорогу как бы актуально. Так, что я еще взял? Я в себе взял, ну, в принципе, любимый, да? Вот, есть у нас такие пироги с мясом. Сейчас я достану их. Это вот даже вот пироги русские, то есть вареники русские, но это с картошечкой. Вот, цибулька, картошечка. А, и, в принципе, здесь видно, здесь сколько мы на огню, значит, мы варим 2 минутки, это готово. Либо на сковородочке 5 минут, либо в фритюрнице там вот 3 минутки. И все, и готово до жидку, как говорится. Но акция, берешь таких 2 штучки, то она стоит не 4,50, а стоит 3,50. То есть на каждом слоте дешевле. Я таких взял, но только вареники с творогом взял. И, как видим, очень много ценников таких оранжевых. То есть, опять же, купишь 2. Так стоит она, ну, к примеру, 4 злотых. А так купишь 2, то есть ты экономишь на каждой штучке там по 1 злотых. Вот. Как бы тоже нормально. Вот. Ну и по мяску курочка у нас. Это филе, а вот тушка с курчака, она стоила 7 злотых, сейчас акция 4,89. Обыкновенная тушка, там, значит, кило 400, по-моему, или сколько там, я не помню. Ну, нормально, то есть я беру такую тоже. Ну и тут же у нас фаршики, я брал тоже раньше 5,50 за 400-200. А, тут еще надо мясо. Это с индейки, индичи, миллионы 550, сейчас лопатки, вот с лопатки полкило, вот это вот 5,45, ой, ну да, 5,50, ну две штучки берем, и котлетки какие-то там пожарить можно сделать для себя, так же самое эти вот стейки такие вот, тоже неплохо, ну вот, как-то так. Кстати, вот тоже неплохо, я тоже с собой беру, бывают эти печенюшки в дорогу. Вот, цена их где-то, сейчас мы глянем, 10 злотых. И они разные, всякие такие есть. В принципе, неплохо, даже, может, мы и возьмем. Даже здесь покушать, там, утром с чаем или как-то, может, там, или вечером. Вот, а я хотел бы взять кашки гречневые, по-моему, сейчас мы возьмем, потому как я сейчас еще не еду никуда, я еще жду, там надо медицинские там пройти медкомиссию мне. Кстати, Салко такой вот неплохой, да, бочек ведзеный, проджоный там, ну, цена такая, то есть надо смотреть. Ну, опять же, если тащить его через границу, штраф заплатить там 300 злотых за эти несчастные там несколько кусочков, то дешевле так вот на те деньги купить вот здесь местную продукцию, как говорится, хватает ее полно. Это так, на будущее. Так, и впереди нас сырки всякие такие вот. Ну, в принципе, если, опять же, на большой коллектив или как, или дорогу, ну, я такой брал, хотя, вот килограммовый. Ну, вы знаете, впоследствии потом лежишь и вроде как бы растягиваешь удовольствие, а потом он буквально за там недельки-две уже начинает уже под... То проще взять лучше 2, ну, разных там меньше упаковки. Меньше емкости. Вот мы видим на солями в
800 грамм. Ну вот, как-то так. Творожки, ну ладно, мы все только дальше. А, как дальше? Ну, в принципе, цена не изменилась. Евро 40, ой, кажи, евро, злотые 49. Сырки вейские, которые я очень люблю. И, как говорится, вам рекомендую. Очень такие. Ну ладно, пойдем дальше. Здесь, кстати, вот побольше есть емкость. Ну. Так, и мы вот кашка гречана, да? Что мы здесь видим? Так, цена его 2,69, ну 2,70 я его постоянно брал. А теперь покупаешь 2, платишь за 2 злотых. Ну, как бы нормально. Возьмем 2 штучки. Это так, я в другом месте живу. В другом отеле, как говорится. Потом я покажу, может, как-то. Вот, потому как... Поменял я место работы, фирму, вот, и трошки чуть по-другому. Так, сахар у нас 2,49, а был около там 2, ну, чуть поднялся вроде бы, да. Раньше был 1,99. Ну, как-то так. Яйки, так. Опять же, вот видите, цена была 4 злотых, кстати, неплохая цена. А если 2 покупаем, то по 3 считается, тоже неплохо. С мыслями соберусь. Вот. Тут же молочко, которое, видите, вне холодильника можно храниться. Оно такого долгоиграющее. Те же сметанка, это сливки. Вот. 30%. Либо такие вот. Можно это для чаечка, для кофеечка там. Ну, кто так добавляет, в принципе. Так, по маслу. Наверное, вот такое возьму. Масло польское. Оно стоит 7 злотых и 82%. Кстати, вот есть такая вот прибамбасик такой, да, у меня штрих-код. Считаем. Да, 7 злотых. 200 грамм, видите. Наверное, такое возьмем. Так, это у нас кошачье звериное. Тут же напитки. 5,35, я не пойму, что. А, выбрали, нету уже ее. Вот, а берешь где же по 3,99, то есть вот так вот. Мегапак. Это двухлитровые такие. Томатные, яблоко, да. Яблочные соки. Ну, что-то берем. Ну, не сейчас. Водичка, и мне еще вот интересно вот такие вот 5-литровые, потому как в дороге потом, когда водичка, которую я с нее приготавливаю еду, в основном же там, ну, то есть это суп варю какой-то, чай опять же готовлю, то есть, и потом на заправках добираешь себе, ходишь по воду, да, наливаешь ее, то есть такую вот посуду. Вот. Ладно, обойдем сейчас на другую еще сторону. Здесь у нас такая химия. Кстати, надо что-то мыльно-рыльное. Ну, у меня, опять же, это все сложено в моих вещах. Но они находятся на фирме, на базе. А я же сейчас в отеле, и как бы нету ничего такого. То есть надо прикупить. Здесь у нас тоже все акционные какие-то предложения. Ну, думаю, что-то можно выбрать. Это все у нас порошки, моющие, есть стирающие. Не фантастика. А, да. А, дзенкую бардзо.
дальше у нас справа. Это для выпекания какие-то крекеры. Ну и детворе я брал чипсики здесь. Это так уже просто, я понимаю, что это яд. В натуральном виде смысла, но так же, как и это здесь есть, алкоголь тоже. Вот, но бывает такое, что нужно брать, и где-то какие-то ситуации, там, опять же, с коллегой как-то там, ну, рассчитаться или какая-то услуга, может, в принципе, так, деньгами не будешь, там, а баночку пива, там, какому-то там коллеге, там, подогнал. Так, а здесь у нас, ну, виноводочная такая вот продукция. Так, мы пойдем здесь, то, что я знаю, ну, вот, зубровка 1979. Чуть-чуть крашеная, 21 злотая. Кстати, у нас в Украине, не знаю, польская водка, да, и она стоит, я так прикидывал по цене, где-то стоила около 14 злотых. Почему-то, я не понимаю. То есть дешевле в Украине польского, каким образом, не знаю. Ну, как-то так, да. Самый такой крутой здесь это Jack Daniels, который 144 злотых стоит. Ну, что-то он без какой-то акции. На белом фоне. Бледный. Ну, вот так вот. Друзья, кстати, вот эти пончики. Пончики, цена за упаковочку 12 штучек. 5 злотовок. Не знаю, не пробовал. Они на вид такие вроде классные, но... Не знаю. Не в курсе. Ну, вот так вот. Что у нас здесь еще? Всякие салфеточки тут для унитазов, для такого моющего. Здесь, кстати, может где-то по остаткам. Вот здесь такое жидкое мыло. Кстати, тоже цены такие неплохие есть. Можно выбрать. Здесь, который товароостаточный, уже, в принципе, они его дешевле опускают. Итак, друзья, все-таки скупился. Я особо много ничего не брал, там печеньки взял, капустки, головочку, масло, две кашки, кукурузка и соль вроде бы, да. Сейчас надо лику еще взять. Как бы едем до готеля, как нашего, как бы. Вот, что он из себя представляет, это дом, он еще как бы достраивается, внутри еще как бы там отделка идет. Три этажа, вот, где-то, по-моему, до 25 номеров, или как, комнатам. Две из них это таких транзитных, кто приехал, которые никто не имеет ничего такого своего там, комнатушечки водителя, а остальные там же бронируют для себя, ну, когда приезжает на базу, да, он, чтобы не в машине, а поехать. Сюда, здесь у него коматушечка, здесь можно и постираться, здесь можно и покупаться, тут и кухня, все можно все сделать. То есть домик в три этажа, на каждом этаже это буквально по два санузла, вот, душевые кабинки, там стиральные машины, также кухня на первом, на втором это опять отдельная кухня. Вот так вот. Ну, пока там еще идет, где-то плиточка достраивается, где-то там еще откосы какие-то там доделываются. Где-то плинтус прибивается. Вот такое. Поедем дальше. Перейдем. Вот. Ну, ладненько. Друзья, ну, думаю, пока на этом остановиться. То есть, но на этом мы не заканчиваем, как говорится. Будьте с нами. Держите палец вверх, комментируйте. И, кстати, кто новенький, так прошу, там на колокольчик нажмите, чтобы эти видео, которые там будут в последующем, когда выйду я на трассу, там, дорогу, вот, то есть это будет все уже все только новое, свежее только для вас. Все, до встречи, друзья.